Мерида фирмы. Уважаемые пассажиры, всем привет, мы сейчас с вами на Русичи на кольцевой линии. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Краснопресненская. The next station is Краснопресненская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны при выходе из вагона. Короче, вагон холодный, освещением уже тусклое. Молочный пластик, коричневые антиводальные сидушки, желтые дверы изнутри. Предназначен для маломобильных пассажиров. Есть кондиционер, есть камеры для наблюдения изнутри и снаружи. Маршрут поезда 16. Выпущен на заводе «Травогон марш» в 2011 году. Поезд «Победа кольцевой линии» приписан к лекарю по 4 Красная Пресня. Здесь нет прохода через... Здесь есть проход сквозной только через две половинки одного вагона. Здесь только такие гармошки вот. Номер 0282. Слушай, меня не снимает. Почему это? У меня YouTube есть свой канал. У меня подписчики есть. Не могу их поставить. Чего с тобой? Варит, ты лучше так пойдем подальше. Станция Краснопресненская. Переход на станцию Баррикадная. Государь, ну давай, знаешь что? Давай, я выйду из тему, короче. Почему на YouTube канал? Чтобы мужику не попасть этому, блядь, дебилу. Вверх Москвы, кабина поезда. Да? Не, давай, знаешь что? Я просто, вот. Да давай на следующем, блядь. У нас время, мы очень вышли, просто рано вышли. Этот мужик дебил, пьяная скотина тупая, блядь. Вот взять и голову ему оторвать, это ублюдок ебаный, блядь, вонючий. Маршрут поезда 16. Всем удачи, всем пока, с вами был Даниэль Метрополитенщик. Станция Краснопресненская, кольцевой линии. Скажи, что мужик дебил, и на мой канал тоже. Да, ребята, подписывайтесь тогда на канал и не забывайте ставить палец вверх. Кто будет мне оскорблять, будет просто... Да, будет башки больше не будет, все. Ставь лайк, подписывайся на канал. Костя, ты тоже подписывайся. Всем удачи и всем пока. Вагон номер 0282, типа 81-140.4, Русич.